直的一直的往前走，疯狂的世界也迎着痛，把眼中所有梦都交给时间。想飞就用心的去飞，谁不经历狼狈，我想我会忽略失望的灰，拥抱遗憾的美。我的梦说别停留等待，就让光芒折射泪湿的瞳孔，映出心中最想拥有的彩虹，带我奔向那片有你的天空，因为你是我的梦。啊啊，世界会怎么变化都不是意外，记得用心去回答命运的精彩。世界会怎么变化都离不开爱，记得成长的对话，勇敢地说我不再等待。就让光芒折射泪湿的瞳孔，映出心中最想拥有的彩虹，带我奔向那片有你的天空。Ходи, надень тапочки. Вот эти? Нормально. Если дедушка увидит свет в моей комнате, подумает, что я не сплю, и придет поговорить. Даже свет включить нельзя? Нет. Тогда как мне чинить компьютер? Подожди. А здесь? Ну что, включаю? Точно включаю. В собственном доме веду себя как воришка. У тебя есть отвертка, чтобы открыть панель? Что же делать? Будем использовать руки? Что же делать? Найди какую-нибудь. Я поищу. Да я шучу. Как может профессионал, как я, не иметь при себе отвертки? Зачем сказал искать? Ну почему ты такой? Я даже думала у папы попросить, хотя знаю, что он спит. Ну что там? Дай сначала посмотреть. Если это разбирать, то мне правда не хватит инструментов. Как насчет этого? Если он тебе срочно не нужен, заберу и починю дома. Ну, хорошо. Отлично.
Пошли. Ты даже мою комнату не успел разглядеть хорошенько. Я буду честен. Когда я в комнате девушки, я стесняюсь оглядываться. Я же не просто девушка. Все нормально, посмотри. О чем думаешь? Я задумался. Сколько денег мне потребуется, прежде чем просить твоей руки без боязни отказа? Ты очень далеко вперед думаешь. У меня есть плеер. Давай посмотрим кино. Нет, это разбудит твоего дедушку. Но мы не смотрели раньше вместе кино. Давай посмотрим. Мы будем смотреть с субтитрами. Давай фильм «Вонг Кар-вая». Оставайся подольше. Рождество же. Чего? Но откуда это взялось? Ты купил дом? Я заплатил первый взнос. Это просто немного далеко. Поездка до него на автобусе в пробке займет около 3 часов. Откуда столько денег? Я наскреб немного. Конечно, у меня тоже есть свои сбережения. Сяо Шань, здесь написано, он стоит 68 тысяч. У меня столько нет. Даже с твоей стипендией. Все верно, 68 тысяч юаней. Мэйсинь мне одолжила остальное. Она же не твоя жена. Ты не можешь пользоваться ее деньгами. Мам! Я же тебе говорил, что Мэйсинь моя девушка. Не переживай так сильно. Я все спланировал. Я напишу расписку. И все ей отдам, когда она приедет. Напиши обязательно. Прямо сейчас, а я сохраню для Мэйсинь. Мам, ты впервые говоришь в защиту Мэйсинь. Я всегда на стороне разума. Обычно ты такой послушный, но сейчас взял на себя такую ответственность. Эй. Мам, я помню все, чему ты меня научила. В этот раз мы правда в долгу у Мэйсинь. Без нее мне бы не удалось купить этот дом. Я к ней нормально отношусь. Когда она была здесь, я обращалась с ней хорошо. Просто не по себе, что она за границей. Что если вы... Никаких если. Мэйсинь единственная, кого я буду любить. Но сколько еще она будет учиться там? А что если захочет остаться? Ее родители все еще в Ухане. Мам, ну почему ты все время говоришь о таких неудобных вещах? Я принесу бумагу и ручку. Давай нарисуем планировку нашего дома. Слушай. А мы же там познакомились. Благоразумно ли его закрывать? Что? Чат. Это все суеверие. Когда ты была маленькой, ты играла в игры? Ну, конечно. На скакалке прыгала? Да. Шарики? Да. Я во все играла, даже в Диджимон. У меня было цифровое домашнее животное, кошки и собаки. Но у меня не очень получалось. Сейчас в них уже никто не играет. Что ты пытаешься сказать? Ты о чем? Новое неизбежно будет заменять устаревшее. Это основное требование развития общества. Что оно выполняет для большинства людей?
Основные интересы. Я в этом не очень хороша. Ты выиграл. Давай научу еще кое-чему. Ну уж нет. Ты никогда этого не делала. Вот, научу тебя. Смотри на меня. Сядь и смотри. Хорошо, приблизься. Нужно что-то делать? Ты хочешь научиться? Приблизься. Смотри на меня. Еще ближе. Ближе. Закрой глаза. Больно? Ой, распухло. О, нет, распухло. Впечатляет. У тебя так много друзей с тех пор, как приехала в Нью-Йорк. Я их не знаю. Чарли. Мэйсин. Привет, это мой друг Ханьдун. Привет. Привет. Угощайся. Веселого Рождества. Веселого Рождества. Слышала, ты вернулся в Шанхай? Я здесь по официальному делу, вернусь после Нового года. А где Сюфэн? Сюфэн на кухне. Мне нужно с ним кое о чем поговорить. Конечно, увидимся позже. Пока, пока. Пока. Еда сегодня такая вкусная. Да, люблю шампанское. Ты теперь шеф-повар? Привет! Твой друг? Привет, я Ханьдун. Привет. Он здесь уже полгода и до сих пор изучает язык. Джейсон сказал, здесь никто не умеет готовить стейк. Поэтому я на кухне и вызвался приготовить. А где твоя подружка-француженка? Она не пришла? Мы расстались. Не хочешь посмотреть фотографии моего сына? Фотографии на ПК, Джейсон вынес его на улицу. Пойду найду его. Пошли посмотрим. Смотри, какой очаровательный. Джейсон. Привет, мой синь. Веселого Рождества. Веселого. Веселого Рождества. Это сын Сюфэна? Да, он очень славный. Ханьдун, что ты творишь? Ничего, просто хочу с ним поговорить. Но это его сын, не пойми меня неправильно. Я знаю. Я такой узколобый. Да. Что ты мне обещал? Не волнуйся, у меня большое сердце. Привет. Счастливого Рождества. Счастливого. Здесь так празднично на Рождество, как на китайский Новый год. У нас 20-дневные выходные, прям как небольшой отпуск. Да. Где Сяошань? Он здесь, рисует. Скучаешь по мне? Догадайся. Можно спросить? Была вечеринка студентов по обмену. Я встретил парня по имени Сюфэн. Знаешь его? Он отец Сяошаня. Я увидел фото Сяошаня на его ноутбуке. Их сделали в магазине дисков. И вот, я смотрю, такое совпадение. Разве это не мой магазин? Что ты хочешь сказать? Ничего. Ты не отправила мне фото Сяошаня. Думала, тебе неинтересно. Что ты имеешь в виду? Ты моя женщина, Сяошань мой сын.
Ты говоришь очень незрело. Я незрелый? Прости, я очень зол. Просто не понимаю, почему ты не сказала, что до сих пор с ним общаешься? Это мое личное дело. Тебе-то что? Я наконец узнал сегодня, что между нами есть границы. Пусть так и остается. Дзяю, может, я и моложе, чем ты, но я взрослый человек. Ты не должна говорить со мной так, будто я не понимаю. Хорошо, не буду говорить. Я к Сяошаню. Дзяю. Ты любишь меня? Сяошань меня зовет. Ложись спать. Спокойной ночи. Ты сказал, не уедешь до Нового года. Еще же целый месяц. Мне надо вернуться. Ни одного дня не могу ждать. Ханьдун, ты так своенравен. Приедет новый товар. Я одна с этим не справлюсь. Найми помощников. Я покрою расходы. Это же я. Ханьдун? Ты идиотка, разбудила всех. Яо-яо, что такое? Яо-яо. Ханьдун! Что? Почему ты вернулся? Что такое? Дядя, тетя, я не хотел вас напугать. Я собирался пойти спать в комнату Чангуна, а он закрыл дверь. Почему не в Нью-Йорке? Верно, почему ты вдруг вернулся? Да, вернулся по делам. Где Чангун? Его еще нет. Принесу запасные ключи. Спасибо. Тетушка, идите внутрь, здесь холодно. Хорошо. Ханьдун, поужинаем завтра вместе. Конечно, хочу свинину в кисло-сладком соусе. Без проблем. Так холодно, пойду внутрь. Спасибо, дядя. Ханьдун, ты надолго приехал? Ты домой что, не пойдешь? Не пойду. Родители заняты, а я уеду в Нью-Йорк через день или два. Займи сегодня кровать Чангуна, а я поставлю тебе твою кровать завтра. Тетушка, пожалуйста, не беспокойтесь обо мне. Давайте быстрее внутрь. Выспись хорошенько. Здесь довольно-таки холодно. Что-то должно быть в твоем визите. Да что ты знаешь, соплячка? Осторожно. Сяофэн, госпожа Чон, я сегодня буду в школе, но вернусь до 20:00. Магазин на тебе. Хорошо, госпожа Чон. Если что, звони. Хорошо. Крутая музыка и видео. Дядя Хань! Эй! Хороший мальчик, ты меня еще помнишь? Смотри, купил это для тебя. Ешь. Ты вернулся? Сюрприз! Счастливо? Неважно, что ты сходишь с ума от радости, улыбнись мне. У тебя дома какие-то проблемы? Я вернулся, чтобы увидеть тебя. Садись в машину, довезу до школы. А где ты взял машину? Аренда.
По телефону ты говорила, будто простудилась. Следи за здоровьем. Спасибо. Дома как раз все закончилось. Сиди смирно, довезу до работы. Доброе утро. Что, без яиц? Экономка взяла выходной. Охранник сказал мне, что 2 недели назад ты приехала домой на машине. Одноклассник. И что за одноклассник, что возит тебя до дома? Просто одноклассник. Он ушел почти в 11. Твой дедушка тогда уже спал, верно? Мам, ты можешь оставить меня в покое? Намерения твоей мамы ясны. Тайком, в первый раз, он приходит в гости. Взрослым это не нравится. Сегодня же суббота. Приведи его на ужин. Нет, на ужин я сегодня занята. Встретим его в обед. Как вы себе это представляете? Вы ждете его в гости сегодня? Может, он занят? Ты же сказала, он одноклассник. Он что, уже работает? В школу он не ходит? Кажется, газету принесли, я схожу. Я свободна в 4 дня. В 5 уже ухожу. Я знаю. Сервер не работает. Сервер не работает. Сервер не работает. Я пошутила, знала, что ты еще спишь. У тебя сегодня нет занятий? Сегодня суббота, я не учусь. Нам надо кое о чем поговорить. Мама хочет с тобой познакомиться. Мама хочет тебя видеть. Алло, алло, алло. Алло. Да, слушаю, слушаю. Я знаю, ты сказала... Твоя мама хочет со мной встретиться, ладно? Так где, в какое время? У меня есть время почистить зубы, мыть лицо и переодеться. Ты так спокоен, даже я запаниковала. Надеюсь, не возражаешь. А чего мне нервничать? Рано или поздно мне надо с ней встретиться. Мне не страшно. Сегодня в 4 часа. В 5 она улетает. 4 часа дня? Что ж, хорошо. Тогда увидимся в 4 часа дня. Хорошо. А сказал, не нервничает. Тетушка, здравствуйте. Здравствуй, присаживайся.
Модзе сказала, что вы одноклассники. Почему ты не пошел в колледж? Там качественное образование. Я думаю, ты мог бы попасть в хороший. Я помню всех лучших учеников. Они в лучших университетах Пекина. Все верно. Средняя школа Мудзи всегда выделялась. Или ты не продолжил учебу из-за финансовых трудностей? Тетушка, вы неверно поняли, я кончил профессиональное училище. Правда? А почему ты не поступил в хорошую старшую школу? Я был тогда наивным. Я думал, профессиональное училище и школа не намного отличаются. Я также только начал изучать компьютеры того времени и нашел это интересным. Поэтому в училище изучал информатику. Действительно, молодо и наивно. Ваше поколение бледнеет по сравнению с нашим. Колледжи принимают сейчас так много студентов. Я редко вижу кого-нибудь, кто не хочет поступать в колледж. Сожалеешь? Солгал бы, если бы сказал, что нет. Я тороплюсь на самолет. Мудзи, будь хорошей хозяйкой для своего друга. Садись. Приятного путешествия. Спасибо. Садись уже. Что ты наговорила своей маме? Ты привыкнешь, она просто строгая. Почему ты совсем не строгая? Я? Не знаю. Давай, попробуй это. Это особое блюдо нашей семьи. Он не любит острое. Серьезно? Это очень прискорбно. Наша семья недовольна, пока на столе нет острой еды. Ты так давно его знаешь? Никогда не заказывал острую еду? Как же тебе неудобно? Я не понимаю, как человек терпеть не может острую пищу? Дядя. Ладно, я сам съем. Моя семья никогда не готовила много острой пищи, так что я к этому не привык. Все в порядке, я потренируюсь. Тебе тяжеловато. Все нормально, я буду тренироваться. Все в порядке. Чангун, твоя сестра забыла телефон. Занеси ей его в больницу. Что ты делаешь? Что такое? Тренируюсь есть перец. Зачем тебе тренироваться? Я для обеда с клиентом. Выпей воду. Нельзя придираться к еде. Быстрее. Так печет. Так пей еще воды. Выпей скорее холодной воды побольше. И перестань это есть. Ты будешь в порядке. Яо-Яо, пообедаем вместе. Ты не отвечала на мои сообщения. Телефон забыла, Чангун только принес. Пошли, поедим. Чангун, у тебя здесь сыпь?
Ел острую еду. У Сяо-Ай хорошая память. Помнит, что у тебя сыпь от острой еды. Да, даже я забыла. Да зачем ты ее ешь? Клин вышибает клином. Эта еда сделает мою сыпь только лучше. Ты что, совсем свое тело не знаешь? Будет сыпь. Какой же ты упрямый. Мам, ты не понимаешь. Чангун впервые был в доме своей девушки. Даже если бы там были лезвия, он бы все равно проглотил. Значит, ты ходил в дом к Мудзи? Почему тогда солгал мне и сказал, что практикуешься обедать с клиентами? Наверное, тебе в том доме дали отпор, раз ты наказываешь себя острым перцем. Да хватит. Почему вы задаете так много вопросов? Ты не сказал мне, что собираешься идти к ней домой. Мне нужно было сказать тебе, какие отнести им подарки. Что ты им принес? Что? Зачем мне что-то приносить? Это не старые времена. Может, мне еще приехать в Планкине? Глупый ребенок. Не принес ничего во время первого визита. Ты произвел плохое впечатление. Когда я пришел, ее отца не было дома, а ее мама уезжала в командировку. Ее мама поболтала со мной минут 10 перед отъездом. Затем я обедал с ее дядей. Я встречал его пару раз раньше. Мама была 10 минут, а отца не было? Зачем ты вообще пошел? Бьюсь об заклад, они о Чангуне ничего не знают. Не говори так. Чангун очень хорошо справляется. Ему 20, а он столького добился. Да не ешь ты его больше. Лучше прибереги их для своего отца, когда он выпьет. Оставь мне половину. Я должен практиковаться и вышибать клин клином. Ты оказал мне более теплый прием, чем твоя мама. Никто не стриг твои длинные ногти? Твоя мама что, не видит? Я их постригу. Хайндун, давай поговорим. Поговорим о чем? Нет. Сперва закончу стричь и отнесу его в кровать. Если мы не поговорим, тогда я не смогу уснуть. Ладно, иди наружу и дай мне 2 минуты. Здесь холодно. Ты не выглядишь счастливой с тех пор, как я вернулся. Можешь мне улыбнуться? Когда ты планируешь вернуться? Сказать тебе правду? Я не собираюсь обратно. Не собираешься? Не шути так. Ты не можешь продавать диски всю жизнь. У тебя же были мечты. Твои родители столько денег потратили, а ты там не пробыл и полгода. Я буду честен. Я несчастлив. Я не могу выносить ту обстановку. Мне пришлось вернуться, чтобы избавиться от неприятностей. Но сейчас, когда я вернулся, я не очень хочу уезжать. У меня нет недостатка в деньгах. Для чего мне нужны мечты? Если мой сын вырастет таким же, я буду в ярости. Буду называть тебя мамой. Будь ко мне добрее. Перестань валять дурака. Ну а может, мачеха? Хайндун, ты можешь быть серьезнее? Давай не будем ссориться.
Я наконец-то вернулся. С чего нам ссориться? Вот приедет твоя мама и... Чонзаю! Ты знаешь, почему я переживаю, почему вернулся? Почему ты не замечаешь главного? Почему ты такая трусиха? Что ты сказал? Ничего. Известное высказывание. Ладно, давай это обсудим. У меня ребенок, и ты знал это с первого дня нашей встречи. Если у Сяошани нет отца, я не замужем, откуда он взялся? От Святого Духа? Да, я был неправ. Я не прав. Я вернулся до Нового года. Давай не будем ругаться. Хорошо, проведем праздники. У меня были планы взять Сяошани на зимние каникулы и провести с тобой время в Штатах. Я уже все спланировала, и ты вдруг появился. Я же вернулся. Зачем тогда тебе уезжать? Я уже не могу изменить планы. Ты заберешь Сяошани повидаться с отцом? Зачем ты так? Я хотела, чтобы мы провели время с тобой. Хорошо, я возвращаюсь. Аннулирую билеты на самолет. Я уже все оплатила. Сколько потратила? Покрою расходы. Да не в этом проблема. Я встречаюсь с однокурсниками, с профессорами. Я не могу отменить планы. Я заберу Сяошани домой. А? Умеешь танцевать брейк-данс? Нет. Не знаешь, как танцевать брейк-данс? Отлично, просто танцуй. Эй, Сяошань. Включи песню «Тибетское плато». И извините все, мой друг только что вернулся из-за границы, он хочет слушать песни нашей страны. Да что ты знаешь? Музыка не знает границ. Простите, его бросила первая любовь. Проявите снисхождение. Хватит пить! Я сказал... Нет, я налью себе еще немного. Больше ни капли! Это так противно на вкус, не пей так много! Вкус отличный, что ты знаешь? Как это может быть отличным? Денег, что ты потратил на выпивку, мне бы хватило на полы в доме. Может, даже и на покраску хватило. Отлично, я тебя спонсирую. Хорошо? Нет, спасибо. Деньги нелегко заработать, прибереги для себя. Это просто. Заработать деньги для меня проще простого. Кто я? Я Ханьдун. Хватит, хватит убираться, выпей со мной. Хватит пить так много в середине дня. Я не уйду. Буду ждать здесь Чангуна. Не придет, умру здесь от передоза алкоголем. Ты не можешь не беспокоить его из-за своих тривиальных проблем в отношениях. У него сейчас куча своих проблем. Кроме проблем на работе, впервые он посетил дом своей девушки, и они поставили его на место. Для него это было так неловко. Этот парень. Хорошо. Повеселимся сами. Забудь о нем. Хватит веселиться, пойдем домой. Господин, вот ваш счет. Подождите. Помоги расплатиться. Я принес бумажник, но нет ни денег, ни кредитки. Почему ты идешь куда-то без денег? Помоги мне! Здравствуйте. А сколько? Мы даем скидку всего 3980. Сколько? 3980. Да в чем дело-то? Могу я посмотреть счет? Конечно. Спасибо. Этот гонорар, это более 2000 юаней. Что это такое? Это плата за танец трех дам.
Ты обидел меня и все равно ушел с улыбкой. Я же говорил, что эти напитки не годятся, но ты все пил, пил. Осторожно! Я в порядке. О чем ты? Посмотри на себя, деньги нелегко заработать. Почему ты купил все это? Ты... Он сейчас взял мой бумажник? Я так думаю. Ничтожество! Стой! Помедленнее, подожди меня! Ладно, чувак, ты впечатляешь, ты выиграл. Потеряйся. Боже! Ты бегал марафон эти полгода, что был в Нью-Йорке? Ты его забрал. Это нечто. А? Там пусто. Пусто! Только 2 юаня? Просто 2 юаня. Из-за этого я гонялся 2 часа. Я вымотан. Это для подтверждения. Кто осмелился брать мои вещи? Найду его из-под земли, он будет молить о пощаде. Эти 2 юаня очень ценны для меня. Это купюра. В 2 юаня не печатается с 99-го. Она стоит больше, чем ты можешь себе представить. Серьезно? Дай взглянуть. Жадина. Я шучу. Вообще-то, эти 2 юаня, свою первую покупку у меня диска, дала Чо Цзаю.好好爱你，好好。
all.